Ребят, сегодня мы перемещаемся на настоящую ферму. Вот техника, которая осталась в гараже. Остальная техника работает на поле. Комбайн собрал весь урожай и возвращается домой на ферму. На поле осталось сено, и трактор с прицепом спешит убрать его. Сено – хороший корм для домашних животных. А вот и трактор уже подъехал. У трактора слишком маленький кузов, и он не заберет все. Чтобы забрать остаток сена на поле, выехали грузовик и самосвал. Грузовик и самосвал выгрузили груз и вернулись на ферму. Вся ферма уже готовилась к ночи. Вдруг, как собранное днем сено, загорелось. Это было очень опасно. Ведь рядом находился загон с домашними животными. Они могли погибнуть. Нужно вызывать пожарную машину. Пожарная машина быстро добралась за город и нашла ферму. Прибыв на место, пожарная машина начала ставить опоры. Опоры быстро поставили. Нужно выдвигать лестницу и готовить рукав с водой. Теперь начинаем тушение. Хорошо, что огонь сильно не разгорелся и все быстро было потушено. Ребята, вот эта пожарная машина от компании Draven сегодня спасла животных на ферме и быстро потушила пожар. А давайте познакомимся с ней поближе и посмотрим ее. Вот она, какая красивая. Если вам она понравилась, то по ссылочке в описании вы можете ее купить. У нее открываются двери. Водительские, а также задние.
где сидит команда пожарных. С другой стороны, то же самое. Также сбоку установлена лестница, которую можно снять, если основная лестница не подходит или слишком большая. Вот такая вот маленькая лестничка есть у пожарных. Так, теперь посмотрим, какие у машины есть звуковые эффекты. Звуковые эффекты появляются при нажатии на передние колеса. Есть звук двигателя. Есть звук сирены. К сожалению, нету световых эффектов. Так, ну а теперь перейдем к самому главному элементу. Это движущаяся лестница. В основе есть платформа. Вот такая вот. Но, к сожалению, она не крутится. Мы поднимаем лестницу. На конце лестницы есть вот такая вот площадка, где может находиться пожарный. А теперь посмотрим длину. Вот какая длинная. Длинная? Да. Она достанет куда угодно. Вот такая красочная, яркая и очень детальная машинка тушила пожар на нашей ферме. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.